Омском льду олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, воспитанница знаменитого на весь мир тренерского штаба Этери Тутберидзе. Во дворце спорта имени Фетисова у Алины тренировка, но необычная. Она сегодня не просто спортсмен, а тренер. В Омск команда Тутберидзе приехала с гастролями, а заодно и проводят мастер-класс для юных омских фигуристов. Делиться опытом делегировали одну из самых титулованных спортсменок страны. Сначала у нас была раскатка, на скольжение тоже очень важная работа. Сейчас фигурное катание пошло вперед, и это неотъемлемая часть в этом виде спорта. Потом спросила, что бы они хотели, чтобы я показала по прыжкам, да. Мы прыгали лутц, аксель в 2,5 оборота, каскады. Ну, много всего успели, чуть-чуть повращались. Вот, но в такое короткое время, да, мастер-класса, я попыталась все ужать, все свои знания и отдать детям. Этот мастер-класс – часть федерального проекта «Звездная дорожка», который реализует Федерация фигурного катания на коньках России. Он включает в себя серию тренировок для детей от звезд большого спорта. За час, конечно, всему не научишь, это и не требуется. У каждой из этих девочек есть свой тренер. Но вот секреты и фишки от олимпийской чемпионки, что называется, на вес золота. Она мне подсказала заход на тулуп тройной. В дальнейшем буду прыгать 3-3. Ну, она хороший тренер. Волновалась, но долго заснуть не могла, ждала наступления завтрашнего дня. Я раньше каталась очень медленно, а я просто сегодня и отпустилась, и у меня все начало получаться. Алина Загитова строгий тренер? Нет, она очень добрая. Мне очень понравилось. К слову, Омская фигурно-катательная школа тоже подарила сборной России чемпионов. Школа Олимпийского резерва номер 35, которая расположена на катке Фетисова, взрастила Полину Цурскую. Она, кстати, одногруппница Алины Загитовой, тоже занималась в группе Этери Тутберидзе и с ней стала чемпионкой мира среди юниоров. Кто знает, может и одна из этих юных спортсменок в будущем тоже прославит Омскую область на весь мир. Елена Беляева, Первый городской телеканал.